наручные часы Casio AW90H2BVD. Коллекция Digital. Такая необычная моделька. Ремешок полимерный в часах. Крышка стальная. Задняя. На крышке написано «Сборка Китай». Так, водозащита часов VR5, то из них можно их мочить, мыть руки. Но, как бы, производитель плавать не рекомендует для них. Но думаю, что, в принципе, можно. Крышка на винтах. Так, по функциям здесь есть аналоговое цифровое время. Дата отображается. Будильник, ежечасовый сигнал, второе время еще и секундомер. Так, чтобы настроить часы, удерживаем кнопку Adjust и же переключаем режимы, что настраивать. Формат времени 24 часа. Чтобы настроить дату, точно так же. Нажимаю кнопку Adjust и верхней кнопкой Mode выставляем. Аналогично с будильником происходит. А аналоговое время выставляется. Вот тут есть кнопочка, она утопленная, чтобы от случайных нажатий. Удерживаем эту кнопку. И переводим стрелки. Стрелки тут с покрытием, которое светится в темноте. Размер часов 38 мм по ширине, 45 по высоте. Вес 30 грамм. Подсветки нету. Приятных покупок.